Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит новое крутое видео на всем русскоязычном ютубе. Со мной моя собака Лаки. Лаки обожает сниматься. И сегодня, ребята, мы заказали на сайте Darknet Happy Meal Фредди из Фредди ФНАФ, из пиццерии Фредди. Это должен быть Фредди, как он называется, Фазбер, как-то его... В общем, самый страшный этот медведь, этот самый страшный аниматроник. И сегодня мы заказали Happy Meal, а точнее не Happy Meal, а как они называют на сайте Darknet, Hell Meal, то есть адская еда. И что там будет, ребята, я абсолютно не знаю, но посылка ждет нас уже в лесу на заданном месте, где мы договорились с курьером. Прямо сейчас отправимся забирать ее вместе с вами. Итак, ребята, перед тем, как мы возьмем эту посылку, не забывайте подписываться на мой канал. Делайте красную кнопку, серый, ставьте лайки, ведь вы знаете, больше лайки, чаще видео. И также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления моих новых видео. А так, видео выходят каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье 4 раза в неделю. Ребята, это, я думаю, много. Если вы хотите больше, то я жду ваших лайков. Давайте соберем одну, ребята, одну тысячу лайков на этом ролике. Happy Meal Фредди ФНАФ. Я даже не знаю, что могут туда положить организаторы этого шоу черного Darknet, этого сайта, что они могли туда положить. Возможно, это будет какая-то одержимая игрушка, или, возможно, нам нужно будет пройти какой-то квест, неизвестно, но прямо сейчас мы отправляемся за этой посылкой. Так что, ребята, не забывайте ставить ваши лайки, ведь я знаю, что вы меня очень сильно любите, а я очень сильно люблю вас. Мы уже близко, пойдем. Итак, ребята, как вы знаете, многие из моих подписчиков знают, что именно это место определено нами для доставки пиццы на данный момент. Но иногда мы заказываем посылки ко мне домой. Ребята, там тоже мы очень много открывали Happy Meal'ов, вернее, Hell Meal'ов, страшных адских этих посылок. Короче говоря, ребята, смотрите все мои видео. Обязательно ссылки в описании. Это настоящий Happy Meal Фредди Фазбер, вот он, Фазбер называется. Ребята, он чувачечий, посмотрите, у него вылез глаз, у него какие-то нити, и их называют аниматрониками. Короче, все, что я знаю про эту игру, как говорится, и про этих всех аниматроников, это то, что они ходят по пиццерии ночью и чего-то там кого-то ищут и кого-то там убивают. В общем, я не знаю, ребята, что сюда положили, но прямо сейчас мы узнаем вместе с вами это. Воу, ребята, еще я хотела рассказать вам о одной очень крутой новости. Я наконец-то доделала второй этаж в нашем доме мистики. Те, кто со мной с самого начала, они знают, как делался этот дом. Идемте. Ребята, здесь очень много всякого крутого. Это наша самая крутая доска для вызова духов. Ребята, очень много мистики в этом доме. И наконец-то я доделала второй этаж. И прямо сейчас мы с вами поднимемся. И я вам покажу, что там. И заодно откроем наш Happy Meal. Воу-воу-воу. О, а тут нас ожидает кошка-кнопка. Смотрите, кошка-кнопка здесь живет. Воу, это здорово, ребята. Так, но чтобы сюда пробраться, нужно постараться, ребята. Сейчас, так, нужно развернуться вот так. Окей, сейчас. О, очень плохо, что здесь мокро. Нужно еще сделать крышу, чтобы второй этаж не мок. Так, отлично. Так. О, кошка-кнопка здесь обитает, живет. Но сегодня мы ее заберем домой, потому что уже холодно, да, моя девочка? О, сейчас вместе с кошкой-кнопкой мы откроем этот Happy Meal, Hell Meal, Фредди Фазбери. Блин, все, мне уже не терпится. Давайте скорее. О, черт! А, ребята, в каждом Happy Meal практически они кладут игрушку. Почему я так испугалась? Игрушка может быть одержимой, она может напасть, или она может быть заговорена, как кукла Вуду. Сейчас я вам покажу, ребята. Это Фредди. Это игрушка Фредди. Я не знаю, где они ее взяли. И, возможно же, сейчас Макдональдс выпускает. Посмотрите, его ноги крутятся в разные стороны. Подожди. У него какая-то здесь... кнопка, что ли? О, смотри, смотри, его сердце загорается красным. Черт! Блин, что происходит? Я ничего вообще не делаю здесь. Никаких нету. Блин, я не знаю, черт. Возможно, эта игрушка живая. Я не знаю, ребята. Фредди Фазбери, ты живой?
Черт! Ты видел? Его сердце загорается. Еще раз смотри. Фредди Фёсбери, ты живой? Черт! Ты видел это? Ну, красное. У него горит сердце, загорается сердце. Блин, ребята, ладно, давайте положим и посмотрим, что там еще. Это картошка фри. И здесь написано FNAF. Посмотрите, она вся в крови или в краске. Господи, да я испачкалась, боже мой. Давай выспим ее сюда. Может быть, ее Фредди жрал она вместе с кровью. Она вся в крови. О, черт, господи, это просто нереально, ребята. Я не знаю, обычно я пробую эту еду, но она сейчас вся в крови. Тут написано FNAF. Смотри, тут написано осторожно, осторожно. Офигеть, короче, они даже пишут, что это просто вредно. Может быть, ее не нужно есть. Осторожно, они пишут. Короче, здесь еще есть салфетки, смотри, они тоже все в крови. И есть еще какая-то булка. Смотри, больше ничего нет, ребята. Булка. Давайте посмотрим. О, черт! Жесть! Да, это гамбургер. На нем написано FNAF. Тоже гамбургер FNAF, и он весь в какой-то слизи. Вообще, я думала, что будет пицца, ребята. Вы реально видели хоть раз, чтобы в Happy Meal клали пиццу? Я вообще рассчитывала, то, что будет это пицца. Ведь мы заказываем FNAF пиццерию Фредди, и должна быть пицца, блин. В конце концов, почему тут чизбургер? Ну, хотя бы это может быть похоже что-то на пиццу. Давайте попробуем это открыть. Господи, вот черт, что они сделали с гамбургером. Это просто жесть, ребята, посмотрите. А, черт. Но здесь все как обычно, огуречек и какой-то кетчуп или кровь, я не знаю, что это может быть. Господи, посмотрите, это похоже на какую-то темную мантию, темную силу, которая прилипает просто ко всему. Я не знаю, возможно ли это вообще съедать или что это. Блин, офигеть просто. Дай мне Фредди. Он еще загорался? Слушай, может быть, его нужно покормить, может быть, не я сегодня буду есть, а он. Может быть, ты хочешь поесть, Фредди Фёсбери? Может быть, это ты хочешь поесть? На, поешь. Ешь. А! Черт! Ирина, что происходит? Черт, я не знаю! Ирина, брось его! Я не знаю, я не могу! Черт! Мне его! Черт, да ну нафиг! Блин, он как будто схватил меня, он прилепил меня к себе. Нет, он прилепил меня, понимаешь? Он как будто схватил меня, я не знаю, что это произошло. Ты живой? Блин, ребят, черт, жесть, мне кажется, что он живой. Я не знаю, давайте еще раз попробуем. Может быть, ему картошка фри не понравилась, я не знаю. Может быть, он хочет котлету? Фёсбери, поешь котлету. Черт, Дима, он опять горит! Черт! Ирина! Я не могу тебе помочь, я не достаю! Черт! Тихо. Слушай, я его в воду бросила. Может, это аниматроник. Аниматроник. О, босс. Я не могу. Слушай, короче, ему походу нужна пицца. Он не жрет эту сраную картошку, эти гамбургер. Не знаю, где взять тебе пиццу. Пожалуйста, не причиняй мне никакой боли. Ребята, это просто жесть. Вы сами видите, этот Фредди Фёсбери как будто бы настоящий. Нам нужно где-то отыскать пиццу, чтобы он успокоился. Или просто нафиг выбросить его. Я не знаю, ребята, как вы думаете? Пишите прямо сейчас в комментариях. Накормить Фредди Фёсбери пиццей. Возможно, его вскрыть. Что-то внутри, я не знаю. Что-то внутри его оживляет. Я, короче, не знаю, ребята, что делать. Пишите прямо сейчас в комментариях. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч в новых видосах, ребята. Пока!